Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас посетить праздничные мероприятия. 30 декабря театрально-концертный центр «Щелковский театр» проводит елку Совета депутатов городского поселения Щелково. Начало представления в 10 утра, в половине первого и в 3 часа дня. Универсально-спортивный комплекс «Подмосковье» в 12 и 17 часов проводит елку главы Щелковского муниципального района. В городском поселении Фрианово в Доме культуры Фрианово в полдень состоится елка главы городского поселения и новогоднее представление «Волшебный зонт». В сельском поселении Анискинское в Доме культуры поселка Биокомбината в 6 часов вечера пройдет новогодний концерт в последний час декабря. В сельском поселении Огудневское в сквере Славы в 11 утра состоится шествие Деда Мороза и сказочных персонажей «Праздник к нам приходит».